Радость слова. В столице Чувашии открылась православная книжная выставка «Форум». Там побывала и наша съемочная группа. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. По православному вероучению считается, что Бог творил мир именно словом. В честь Библии взяла свое название православная книжная выставка. Был задуман вот проект «Радость слова. Выставка», чтобы на региональном уровне мы могли показывать всю полноту, весь спектр той литературы, которую церковь может рекомендовать обществу. И вот сегодня мы уже в полноте, более 5 лет путешествуем по всей стране, объездили более 30 регионов и прибыли вот сюда, на Чувашскую землю, в Чебоксары, в дни празднования республики. Вот. И сегодня мы представляем весь полный спектр той литературы, которую церковь рекомендует обществу. Это книги, которые могут стать настоящими не просто друзьями, пылящимися на полке, а могут стать путеводителями по жизни. Православная, духовно-нравственная, образовательная, детская, художественная и публицистическая литература – все это представлено на выставке. Огромное количество книг, которые могут быть интересны и взрослому человеку, и ребенку. Все книги здесь тематически разделены, и найти среди них нужную именно вам не составит никакого труда. Проект «Радость слова» задуман как площадка взаимодействия церкви, государства и общества через книгу. И поэтому неудивительно, что проведение выставки поддержала наша республика. Мы же хотим, чтобы люди жили в мире и согласии. От этого единства, соответственно, добрая и созидательная сила, которая будет побеждать всегда зло. Больше света, меньше тьмы, как говорят, больше доброты, меньше зла. Тогда и в обществе будет общественно-политическая ситуация стабильная. В каждой семье всегда будет расцветать мир и согласие, любовь к соседям, уважительное отношение к старшему поколению. Это на самом деле духовные, нравственные ценности, культурные ценности многонационального российского народа. Поэтому мы умеем это ценить. Мы сотрудничаем, эффективно взаимодействуем с Русской Православной Церковью, с нашей митрополией. А главная святыня форума – ковчег с частичкой мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона сейчас находится в Покровско-Татианинском соборе. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.